He owes the map number two because the game's over. So it is the Walden. It is the Walden. Not with the green camp start, but with the mercenary camp. That's a different opening than Foggy played. Yeah, it's the more standard one. And you see, like, he even placed the Ancient of War, like, somewhat conservatively. Like, not too close to the creeps. It's, as a human player, I feel like one of the harder things to play against, because it feels like you can't do much about it. And, like, the opponent starts with Wanted PvP, говорит, кстати, заметили, за 3 like, месяца игровой интерфейс норм не сделали Warcraft 3. Yeah. В смысле, а как они могли сделать, если они дали новость о поиске дизайнера по интерфейсу после выхода из игры спустя полтора или два месяца? Там, даже если нашли человека, он начал работать, результат будет, ну, как бы, наверное, через полгодика, тот, который мы можем увидеть. Даже если там прям ударными темпами все будет делать. Рабочий, очень опасный. Даже не дает. О, амулет маны выпадает в арке. Но это лучший. Красиво. I've played against Lowlights, I think on Echo Isle, maybe 2 months ago or something, and he got mana pendant. It was not a fun game. Yeah. I feel like playing Ward against Lowlight is never a fun game, regardless of the items, but yeah. Лолайт вообще, Варденочка, как мы помним, это родной игрок, родной герой. Вот, поэтому давать такие подарки на старте — самый лучший артефакт. Он же будет работать всю игру. Вот она пришла, расстреляла на 150 маны больше, вернулась, выложила, отрегенила, взяла, побежала снова. И каждый такой вот залет будет где-то процентов на 30 эффективнее за счет того, что ману у него больше. Хорошо, крепится. Взял зелененькую в это время, пока барак перешел на мурлоков. Вот в такой ситуации, я думаю, вполне можно тыкать опять же экспанд, особенно если противник не такой агрессивную разведку делает. Но... Fortitude, он все-таки... Ну, романтик Fortitude. Он все-таки... Ну, возьми, алло. Ну, книги не читает. Барак подблочивает. Это там минус 2 веспами было, между прочим. Да, конечно, фоллинг. Конечно. Ну, это косяк, конечно. Косяк. This is so well done by Romantic, actually. But I guess the Troll Berserker might get sniped. Yeah, не, убежает он, убегает спокойно. Nice block from the Archmage. Да, все. How can he create so much distance to this Berserker? And what's this, like, level 2 harass thing? I think it's because he's playing one base, and like a lot of humans, they figured out that against Warden, if you just don't let her get level 3, да. And then you do an alchemist push with a lot of units, and you just outheal the damage. You can just win or get really far ahead. Отпустил фута. Ну, диспл хороший, получает наконец-то третий уровень. И, скорее всего, ножи опять сплит не сплит достанет. Хотя нет, уже не достанет. Почему он не сделал ножи, кстати? Уже КД уже был. Missing out on a troll berserker is maybe the biggest problem here. And you saw he had a footman in position. Скорее всего, даже не побежал бы, если бы купил, ну, Хуман не побежал бы в агрессию. Что с берсеркером достаточно просто, во-первых, отстрелить какого-нибудь, получил бы раньше третий уровень. It's still one base play must be attacked by 42 by now, like 50-60%. Хармак отстает по уровню. Берет ботиночки. Фолн Темплар поддержал, говорит, всем чмоки в этом чате. Миш, привет. А завершение Дума будет сегодня? Да, сегодня как раз я планирую в Дум вечером поиграть. Потому что завтра не удастся это сделать, потому что завтра будет второй турнир от ФКСМ. А он у нас проходит по стандартной схеме.
Ну, по стандартной системе проведения. И в прошлый раз мы закончили где-то... А, подождите, его должны были перенести на час назад. То есть он стартует там не в 19, а в 18. Но вы лучше зайдите на страницу турнира, посмотрите. Сделали перенос. Вроде планировали сделать перенос. He might not even have to push directly, but he, let's say, like if he wanted to do something like an expo, then he's really exposing himself to Fan of Knives. Поэтому завтрашний вечер у нас тоже будет в Варкрафте весь. Варя очень. Я не знаю, зачем брать троллей и при этом не хотя бы одним не хилять. То есть два тролля стоят и стреляют с уроном, как у Арчи, и никто не лечит. Ну, сейчас, кажется, просто романтику его задавят с такой игрой. Ну, алхимик есть, рифлы кастеры пойдут, варька не четвертая. Да, протектор, потому что... Ну, конечно, конечно. Конечно. Ну, сейчас еще второй алхимик и артефакт. Ба! Исключает благодаря вот этому артефакту возможность на халяву убить героя. 3-2. О протекторе, может быть, и не знает фортитьюд, но в любом случае он будет идти сейчас в атаку. Блин, как же Варька, конечно, зависит от правильной игры, правильного контроля. Даже АО ставит дополнительный. Куда ты лезешь? Ну, хотя, может быть, и правильный размен. Да, приста отстреливает. Очень много, правда, тратит на это здоровье. Скоро, правда... Ну там пока нормально, пока есть время. Опа, это хорошая тема. И при этом Ви спалит. А вот это интересно. Это очень интересно. То есть, тут такие mind games любопытные. Класс, мне нравится. Правда, протектор сейчас умирает. Слишком поздно. Поздно виспов сорвал. Да и армии тут мало. Не, там можно и экспанд ставить, и подпушивать при этом, при всем. Четвертая Варя, тем не менее, подходит присты. Т3 нужна арба, и леса не хватает еще. Ну, возможно, его из-за такого старта невнятного сбило. Ну... То есть то, что так агрессивно романтик начал играть, и... О, подождите, здесь можно еще, кстати... Нет, вот сейчас был очень хороший размен. Все-таки вот этот амулетик маны, он дает о себе знать. Подблочивает весь... Я не знаю, специально подблочивает или нет. Ждем медведя, ждем мастеров. Сережа поддержал, говорит, привет, как я вовремя из дома работаю, можно спокойно посмотреть Warcraft, спасибо за обзор. Жалко, что ты не посмотрела игры Фогича, а может и посмотрел, кстати, я не знаю. И Русич говорит, Миша Майкер, привет, скажи, пожалуйста, кто придумал статусы поддержки, это ведь гениально. Ну, наверное, это все Витя. Все Витя. Не помню, когда мы... Наверняка пользователи предлагали, и... Тогда, конечно, это хорошая штука. Очень мотивирует и вовлекает пользователей. Кстати, завтра уже у нас еще же МКЛ по расписанию. Он будет, скорее всего, чуть пораньше, часов в 5. Типсель, привет. Варьке почти пятой, нужно что-то делать с экспандом. Можно попробовать, конечно, подкрепиться до пятого и перейти в режим, ну, как Фоги играл. Просто в харас. Потому что с тремя медведями, ну, с четырьмя медведями Арчой и пустой Варькой, я не думаю, что здесь можно справиться с... Телепортируется нафиг.
Плохо. Pretty much nothing except buying time. But buying time is not really the best thing for him to do. Is there's too basic. Выкладывать амулет, регенить ману, включать ночь. Добить там на зеленой точке, получить пятый уровень. Но... Ну там сейчас будет выход из лимита хороший. Времени не теряет, на самом деле, романтик. Крепится постоянно, свитки покупает. Да. Все правильно. But 42 broke upkeep. Wouldn't surprise me too much if he adds the tier 3, but for the moment, just high on rifles. Yeah, I think in this game, because Lolite is going bears, you don't need to go tier 3, it's better to get souls. Андрей Алков, не слушай этого нубаса, какого-то Ваню фиолетового. У нас в последнее время появляются в том числе не синие, а фиолетовые нубасы. Фоги хорошо отыграл во всех трех матчах, не без ошибок, но боролся до конца. Okay, he's queuing upgrades. It's exactly what you say. Like, more sorks, more upgrades. Lolite still at 43. Battle for the shop. Ну, может быть, хорошо, что ты не смотрел, потому что, ну, если сильно переживаешь, то on gold is Lolite. Acid bomb in the back. Ты бы расстроился. One wisp, but against all that slow, that shouldn't be enough at all. Можешь посмотреть вторую игру, если не смотрел на Echo Isles. Стенка медведей. Неплохо. Три виспа вперед идет. Виспы диспелят всех пристов. Вообще опасно для алхимика, но он бутылку, конечно, прожимает. Свиток лечения хороший. Мне кажется, им не хватает лимита уже. Там минус 15 где-то чисто визуально. 50 на 60 с плюсом должно быть. Сейчас, может, поменьше, учитывая, что 3-4 юнита было отстреляно. Баз это работает. Сколько там? 58 было, да? 58. Ну да, там было как раз плюс 15 на старте. Да. Хорошо пропивает. Надо возвращаться. Время работает не на него. С другой стороны, если тебе удается хоть как-то разменяться вот в такой ситуации, есть надежда на шестой уровень, есть надежда на ультимейт, и, соответственно, можно даже с меньшим лимитом. Не, он хочет шестой, он явно хочет атаковать. Оп, минус еще сорочка. Но за это он потерял просто там 170 маны. Вот элементалей вызывать в такой ситуации я бы даже не стал, потому что они не сильно тебе тут помогают, с одной стороны. С другой стороны, это халявный просто, халявный опыт. Если эльф за какую-то сорочку вписывается и два заклинания тратит, то, ну, из элементалей в два раза, кажется, за второго дается больше. He's staying on 50. I mean, it's not like he has a choice. Breaking upkeep on one base would be a tough year. Один грейд на атаку есть. 65 лимита. Ну, второй грейд на атаку идет. А там, кажется... О, вот это очень грамотно, что он подрезает под крепу. Пытается, по крайней мере, подрезать. Не получается, но пытается. Там должен Moonveil один, а то и второй достраиваться. По идее. How do we reach that level 6 for Lorelight? I think 42 is in a fantastic position. I like the Dryad split from the rest of the army. Just trying to go for these caster kills. Да, он пытается найти юнитов подрезать. О, вот это хорошая тема. То есть он отвлек основную армию, сейчас может залететь на экспанд. Это та же самая экспа. О, вот это хорошо. Пошел телепорт, даже телепорт. Опять телепорт отсюда? Ну да, сразу только телепортироваться надо. А, нет, подождите, там он хочет еще рида, и шестой. Хорош. А вот это уже геймчейнджер, что называется. Потому что лимит там уже не такой большой, ну типа 60 опять же, да, 58. А варька-то уже шестая, и варька сейчас благодаря половине ночи и довольно полным мунвелом
Он сможет сейчас прибежать на тот же самый эксп, где, кстати, уже нет магической вышки. Ультануть, и все. Может, даже там трупы не остынут, если поторопиться. Да, почти фуловая варька. Ну беги, 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 беги! Они говорят про Тинкера как человека, который будет поддерживать и не давать отступать врагам. Амулет еще один хочет? Да, амулет взял. Что-то на экспанде там не показывает, но там кто-то прибежал. Может, он вызвал сразу ульту и отправил, и это было бы мега грамотно. Еще бы китаец заметил. Да и комментаторы смотрят на... Ну, покажите экс, пожалуйста. I'm assuming that we have two healing scrolls for fortitude. It's gonna be seven fun of knives in a row. And then maybe he gets a mana potion, or I guess uses moonwells to replenish that. See, that's gonna be a lot of fun of knives. I think he might need some wisps as well. Like even like three wisps detonating on. Он ждет, кстати, физ-резиста для МГ. Не хочет атаковать. То есть сейчас он фейково атакует, но на самом деле ждет просто, когда доделается апгрейд. Ну все, он уже готов. Не готов еще. Но пошел вперед. Да. Инвула не хватает, АМШ не хватает. И ульты не хватает. Минус экспанд, кстати, у Хумана. Интересно, когда они заметят? He didn't drop the pennants this time. Oh, Avatar tried to sneak into the back. Трупы есть уже. Один труп медведя есть. On the other side. Yeah, Fortitude didn't lose anything. And rifles can deal with this Avatar if it's in range, so you can't really commit to it. And now with mortars, it's so nice to put damage from the back onto the base. Ну, побежал опять Варденка, у него миллион маны. Надо юнитов убивать, точечно каких-то. Дриадок подконтроливать, отдиспелить элементали. Сейчас перевизывает, скорее всего, ульту. Прямо сейчас. Ну, сейчас отобьется с ультой. Просто вызываешь Аватару Венженс и вперед. Сейчас совсем другая игра будет. Главное, медведя не понадавать на халявку. Как... Ай. Да ничего не будет, все нормально. Просто нужно контролить, блин, дриадок. Не подставлять под этих. Там трупов еще парочка впереди. Неизбежное отступление, понимаете, романтика? Неизбежное отступление. Ну, подконтроливай дриад, пожалуйста. Все, дальше выстреливаешь. Такое впечатление, что у МГ нет до сих пор грейда, но это неправда. Почему? Почему он отступает вместе с этими, со спиритком? Диспл, диспл, диспл. Сейчас седьмой левел у Варден. But it's daytime. It's pretty crazy that he survived nighttime. And the warden's kind of out of mana. Кастеров подрезать, возможно. Он тыкает в коня. Блин, неужели не отобьется? Can he even run to safety? Oh my god, acid bomb is still active. Almost died. Да, не отбивается. Не отбивается. О, хотя сейчас алхимика подрезали. Жалко, что после убийства дриад не остается трупов, если их мортиры убивают. Так можно было отбиться чисто на... Ребята, как вы комментите вообще? Они только сейчас заметили, что экспанда нет. Ладно, там Немо, но тот еще сидит, смотрит.
He expoed on tier 2 instead of like massing units and pushing. Where's that expo? It feels like it changed color or something. Or maybe one bear. One bear, most likely, yes. Какой Ван Бэр? Там ульта с той стороны пришедшая вас не смутила? Ну, ё-моё. Я начинаю опять, блин, слушать комментаторов и рассказывать о том, что они не правы. Да, во, Б. Lowlight could move the tree to his expo after. Да, да, совсем другая игра получается. 42 still has 74 supply, so I mean look at the. Ну, Варька, это же серьезная. Опять же, нужно каким-то макаром мелочевку поубивать. Вот там свитки лечения. Still below 50. Economy is definitely better. Ну, здесь можно пятый получить, если алхимика немножко отвести. Хотя зачем? Тебе настолько мана сильно не нужна. Варька там выкладывает просто весь свой инвентарь, кроме арбы. That you don't go for a second hero at all. И все равно даже ману полностью не восстановил. Медведь каким-то макаром с маной битый, а оказался там. Ну, Варе надо врезаться в мортиров, кастеров, видимо. А нет, смотрите-ка, нормально, она там подрезает сразу двух юнитов. Два юнита, два трупа. Нет, два юнита, один труп. А как так получилось? Мортиры очень быстро сносят Мануэла. Очень. Варя почти восьмая, кстати. Нет, там был труп, там был труп. Таунты. Больше-то... Ой, как же бьет сильно, ножи какие. Он может отбиться легко. Опять же, благодаря ульте. Да, трупов очень много, это радует. Ну и все, получается, ГГ. Только дрядок надо подконтроливать, чтобы... От них даже урона не нужно. От них нужно, чтобы не отступали нормальные, диспали телемов. Ну куда ты Господи, Мун бы... Помните, как Мун танцевал этими друатками? Минус алхимик, до свидания. Варя почти девятая. С ума сойти, какие валидольные игры здесь. Все, и неуязвимые, и ночь. Ну, выкапывайся, чего? Все, это ГГ. В такой ситуации, когда уже экономики нет, выигрывает Варька. ГГ, пишет Фортитюд. Ну, а потому что свитки не купить, а что ты будешь делать? Неожиданно! Не, ну, проворонили, конечно, увлеклись комментаторы. Ну, хорошая игра. Yeah. That was definitely the mistake. He's the main tank at the front. And I guess так. Lowlight probably check items and he like took the opportunity. Like because Fortitude was doing such a big push, maybe he couldn't really afford going for like invis and stuff, he just prioritized getting more units, but the Avatar killing the Expo, that's actually insane. Like we got the worst observer on planet Earth, so we didn't see it, but yeah, that was actually game changing. Yeah, I'm kind of happy that I'm not in charge because I definitely would have missed it as well. I mean, we didn't see it on the mini-map. No, you wouldn't. Hell no. Possibly. Конечно, да, конечно, не пропустили бы. Ладно. I didn't see it on the mini-map. I was too focused on the fight as well, so I can... Варден убила 75 лимита рефлокаста. Ну, как бы там было 3 МГ, 5 дриад, еще 2-3 медведя. Так-то у него в конце лимита 60 было. Ключей больше не осталось. Ключи есть всегда. Вопрос у помощников, они есть или нет. Бобер, сердитый, стареешь. Ну, во-первых, мы сегодня расстроились, потому что проиграл Фогич. Вот. Собственно, стало полегче, когда забанили одного товарища в чатике, который сказал, что Фоги не очень. Ну, как обычно. Все, все как обычно. Вот. Потом, да, ворчу потихонечку. А что? I think
So I bet on the first two series. I bet on Lynn, then I bet on Freya a lot. And then now, my friend that I was betting with went to bed. So I lost two bets, and I don't even have a chance to come back. Oh, damn. The last series you can bet with me, but I will never bet anything on Colorful, so... Yeah. I don't know why Remo is so obsessed with him. Maybe it's just to make me angry. Did you see that game against WFZ 2 days ago? Jesus no. Christ, I lost my mind. Why, what happened? It was WFZ playing Gargs, and he had like 7 or 8 Gargoyles left, and Colorful had a lot of gold, I guess, and his thing was to go for hippos. Like, yeah, man, that does sound really good. Let's build 3 hippos and let's get them all wrecked by Gargs. His decision making sometimes is driving me так, mad. Так. Ради настроения Майкера я готов принять бан на себя на пару часов, говорит Помидорка. Нет. Спасибо за самопожертвования такие. Плюс дайте ему бан 2 плюса. I feel like sometimes like the mistakes are just too blatant for observers. Like sometimes I play a game or I look at a game on somebody's stream and I'm like, okay, this was like so hectic. He was doing stuff all over the place and stuff. And then you watch a game with the observer point of view and I'm like, holy. Like, he made so many mistakes, what the hell? Yeah. So, like, it feels like they're just so much more obvious. Like, if you watch a lot of games, you'd almost think that this game is played with Fog of War as well, because you see everything all the time. But it feels like the point of view when you're actually playing these games, like those competitive games, is actually very different. Yeah, that's true. We're in a very comfortable situation judging. But it was games with a lot of stalling, and they didn't do too much for some time, so we should have scouted him, or whatever. We have game 2 of Lawlight vs. Fortitude. Есть, там начинается вторая игра. On Northern Isles, loses pick for Fortitude. I've had some epic throws in my StarCraft career, actually. Поехали. I had a game against Happy at a tournament. I was up 1-0. He was at Home Story Cup. And then he flew one of his buildings to a corner of the map. Oh no. And he covered it with Vikings. And he killed all my Nexus, but I still had enough units. I think maybe I even still had a probe or something. I don't remember exactly the situation. I just know I had enough to that basically I should almost never lose it. I had sentries, I could hallucinate a Phoenix, check it, and then go. I sent my units directly without checking. So the Vikings killed my last few units that could attack here, and then we got a draw and we regained. And then I lost 1-2. No. So if you look at that game from a spectator point of view, you're going to be like, okay, this is the worst throw I've ever seen in my life. But if you put yourself in my shoes, I was up 1-0. I was almost finishing the game. The game was hectic. My heart was beating super fast. And yeah, I played bad in a very small few seconds that cost me the game. Наверняка кто-то из вас понял историю. В общем, Фогиш вспоминал момент. Ну, вообще, все началось с того, что они обсуждали. Одно дело смотреть со стороны, когда все открыто, а другое — играть самому, там, вот. И тот вспомнил игру против Хэппи в StarCraft, судя по всему, учитывая то, что викинги упоминались и летающие здания. Вот. И... В общем, там он накосячил в небольшом моменте, а со стороны это казалось, должно было казаться как серьезный фейл. Ну, полетел, не проверив, и последних юнитов воздушных потерял. Там снова Варденка первая, но, как вы видите, барак ставится в стандартном месте. Не на экспанде, как делал Фоги, но вот здесь, вот рядышком с Огром. Classic Dota mix-up thing. I feel like everyone who has played 4 games of Dota is calling them Elven skins. Yeah. It's always an indicator of how much Dota was played. And the Dark Ranger. Крипинг пошел. О, а это, кстати, что у нас? Draw Ranger. О. Speaking of classic things, Lolite classic creep route here on Northern Isles with the. Или это экстрависп? Нет. Это не экстрависп. А зачем такой ранний магазин? Я что-то пропустил. Lolite seems to go a lot more for the greedier creeps. Even though I still think going for the expo direct is a little bit greedy, like what Foggy. Сейчас, смотрите, я должен понять. Sentinel, привет. То есть такой магаз для того, чтобы сейчас вернуться, закупиться и побежать сразу в размен. Но закупить-то ты можешь только ночь и реген маны.
И он даже не бежит закупать. Второй вариант — это что магазин частичной замены АОВ, который может выкопаться, и пока там Варька бегает, вытанковать какую-то часть урона с зеленой точки. Да, вот это удивляется тоже. Да, крипсимом. Ну, понятно. Типа, вот, не такой дорогой вариант, как барак, потому что магазин все равно, во-первых, дешевле стоит, во-вторых, он... Yeah, it's pretty much no damage. And two arches, it's okay. No damage, look at that chop. It's going down so fast. Yeah, he can eat, and then it's fine. And I think it's not really punishable, because creeping. It's so far away. Yeah. Да нет, как бы можно было наказать. Если бы он знал, что там магазин, он бы этими четырьмя, пятью футменами спокойно бы наказал. О, но не добил, ничего он не сделал. Он и не добил, нет, и не украл, ничего он не сделал этим врывом. Короче, хреновый врыв от Варден был. Фортитюд делает паузу. Сейчас стартанут. Imagine if Fortitude wrote, get the fuck out of my game. You have to teach him. Поехали. A little Anna pose, you know. Сейчас мой минус магаз. Ну вот, пожалуйста. No, not the shop! Этот, рассказывали полминуты назад о том, что это не punishable. А почему? А, там нельзя было пройти. Ну, хоть магаз и стоит дешево, на самом деле там же еще висп за 120 прибавляется, да ведь? Надо сейчас бороться за каждого фута. Классно. Пять пауз от романтика. Cue Samuel L. Jackson voice. I'm sick of these frogs on this motherfucking map. Fortitude, what's up? Do you have a cat as well? Какие-то у них там проблемы. ГГМ, поехали. Дальше. Так, секундочку. Там Варька должна по центру перехватывать футов битых. Нам этого не показывают, но это очень важный момент, потому что там два битых фута, которые, да, вот они. Это один, и сверху второй. Убивабельный, кстати, второй вполне. Он видел его, кстати. Когда пробегал мимо, даже несмотря на ночь, он был замечен. Архмаг тоже хочет третий уровень получить, естественно. Как-то у нас подозрительно чатик затих. Как бы не это самое. Он вообще работает. У меня стрим-то не упал. Не, все нормально, стрим не упал. Вот, я вам напишу единичку. А то после равдем подозрительное молчание. Молчим. Всего один бан было, все замолчали уже. Видимо, своими делами начали заниматься. Так, магаз. Можно уже восстановить. Ой, арча. Ох, как он ее спасает-то. На полупустом мануэле. Отлично. Я же беспокоюсь. Мне совсем не интересно, если обратной связи нет. Хоть бы краба подставили. Краб лучше, чем ничего. Сейчас будет проверка на... Ready Dota, говорит, Росбрейн за жадность всех перебанил. Это такая благодарность твоя за пару ключей от Росбрейна. Алхимик подтупливает немножко, но, скорее всего, он просто ждет ополченцев, когда добегут они с мейн. Такое количество битых рабочих здесь сейчас будет. Причем два... на два верных броска еще маны есть. Два виспа прям? Может быть, ради экспы? Мейн. Ох, еще трупы. А где рабочие?
Сейчас бы еще перебежать. Там же рабочие вернутся с экспанда. Ой, еще Архмаг, Архмаг на арчах может отдаться. Что? Что? Пять хитов! Пять хитов! О! Ну! Ну! Что? Ой, фейл на фейле, ёпер СТ, вы что делаете-то? Шимида. Ну, первый вариант это просто на рандоме сделать Fun of Knife. Там 50 на 50, чтобы по нему попало. Ну, потому что там юнитов было не больше десятка, и Fun of Knife сработает, кажется, на 5 целей. И... Ну, второй вариант — это не отменить свой собственный блинк, как бы, что он сделал. То есть он тыкнул блинк и сразу, видимо, тыкнул в коня. И не успел блинкануться. Анимация была, а блинка не было. Соответственно, тут как бы в двух моментах можно было сыграть по-другому. Ой, ну Варя все равно прибегает на базу, шикарно. Начинает опять убивать рабочих, одного, второго. Ё-моё. Нет, вот наши эльфы, типа вот Фогича, не знаю, там кто, Плиза, если подтянется, еще там эльфов же много хороших, Соник. Они могут играть не хуже вообще. И играют не хуже местами. Просто не экспанды, и даже экономики на мэне нет. Больше здесь делать нечего. Хотя нет, не убить, к сожалению. Надо валить отсюда, чтобы время не терять. Регенерить ману, возвращаться, улыбаться. Но как против Варден, например, с одной базы не иметь магическую вышку на мэне? Вот каким безмятежным нужно быть, да, ведь? Все, типа, будет нормально. Что, она не прибежит, что ли, или что? Это только пуш. С лесом серьезные проблемы, как видите. Довольно активно сливает ману. Медведями. Три реджува. На такую точку. Ну и мы прощаемся с рабочим на мэне. Да, он купил еще один амулет. Но тут есть на этот раз магическая вышка. И жалко, что день на дворе. И Варя почти пятая. Ё-моё. Минус рабочий опять. Even marksmanship would be great at this point. He's gonna get level 5 in a second. Скажите, мейн. Сейчас будет больно. Oh, nice. I think так, бэкпэк. Ну, видимо, он крипался без героя и там что-то рассчитывал подтащить артефакты. Там 5 или 6 рабочих осталось. Меньше. Уже меньше. Варя почти пятая. Но ей нельзя прыгать. Это ошибка. А нет, уже не ошибка. Уже левелап получил. А, он в размен вообще пойдет сейчас. Шикарно. Подрезает рефлана под крепи. А может и вернется. Я не знаю как. Он может и так сыграть. В принципе, он отбивается на мейне. Персональный телепорт домой. Там манка какая-нибудь, да, в магазине выложил амулет, вообще не палится, и отбивается спокойно. И это, возможно, постфинальное сражение, потому что возвращаться на базу, где шаром покати. МГ выходит. Wait a skill активировал, примачок я пропустил. Залетает Варька внутрь. That's why he goes tanks. Yeah, man. He's like one of those lawyers, you know, like that charges by the hour. He's like, yeah, my bills is. И давит. Тут можно просто рядом с сорочками с пристами.
находиться, и ножи постоянно кидать. Маны хватает, все красное. Маны маловато у алхимиков. Хотя у Варденки жизни нет. Ну, она не специально отступила назад. Ну, то есть, она могла вернуться спокойно. Вот еще минус прист, все очень красное. Пишем ГГ, выходим 2-0. Да, да, да. Что-то изи катка, говорит и матга. Ну... If Lolite wins, then it must be a 2-0, but yeah, 2-1, I mean. But yeah. Clean 2-0. First game was pretty rough. Second game was walk in the park. Yeah, too bad Chimiko's gonna demolish him in the semis, huh? Like he did in the Back to Warcraft Korea Cup. Dude, that was really rough. But nice for Lolite that he finally finds a win against the human. Feels like it's been forever since he was able to do that. And